Приветствую вас. В первую очередь, наверное, имеет смысл разобраться с тем, чего хотите лично вы. Да? То есть, что делать, чтобы что. Второй момент. Мне кажется, что в основе вашей истории лежит тревожность и избегание. Если я прав, то именно с этим вам в первую очередь нужно работать. Вот. Ваш образ жизни, на мой взгляд, только как раз вам вот помогает, условно говоря, ну, в это избегание, по сути. Вот. Но это вот то, как мне видится ваша ситуация с точки зрения, ну вот с моей точки зрения, да? И, в общем-то, все, в общем-то. То есть я не думаю, что имеет смысл пока о чем-то еще говорить. Чувство вины – это то, что вы какой-то не такой, а, как мне кажется, это, скорее всего, связано с родителями, то есть вот, ну, есть такая психологическая защита, она называется расщепление, то есть это даже не защита, а такое состояние, вот, расщепление, когда ребенок чувствует, что родители, условно говоря, тянут его там в разные стороны, да, и ребенку очень тяжело находиться на самом деле в этом состоянии, очень тяжело находиться, и ребенок делает все, чтобы из этого состояния выйти, вот, и кто-то уходит в наркотики, кто-то уходит в там сигареты, в общем, в различные зависимости, короче говоря. А вы ушли вот в свою зависимость. Вот, но самое, что главное, то, что вы как считали, что с вами что-то не так, что вы какой-то не такой, да, так вы считаете, вот. И как бы подобно обесценивающее отношение к себе, да, ну, вероятно, имеет под собой какие-то причины, да, какие-то основания, вот, и, соответственно, нужно только с этим, ну, только разобраться с тем, что это за причины, да, что это за основания, что они себя представляют. Вот, и ситуация, как мне кажется, вполне может быть разрешена. Ну, достаточно малой, скажем так, кровью, да, если можно так вот выразиться, если вы позволите мне так выразиться. Вот. И так далее. То есть я думаю, что как-то вот так примерно можно
вам отразить, да, как-то вот примерно, так, да, какой-то примерно такой ответ я бы вам дал бы. Вот. А с точки зрения психологии, наверное, с точки зрения психотерапии, да? Вот. Не пытаюсь как-то вот, я надеюсь, там, условно там на вас давить, не пытаюсь как-то вот условно там вас ну, подстреговать, да, не пытаюсь как-то вот навязывать вам свою позицию, свою точку зрения, надеюсь, ну, надеюсь, по крайней мере, что это не выглядело так, что это навязывание, потому что, ну, как бы, такой цели, как навязывание, я не преследовал. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать, вот то, что, наверное, на сегодняшний день мне есть, что сказать вам. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Вот. Я надеюсь на какую-то обратную связь с вашей стороны. Вот. И буду рад, если оказался полезным. Вот. Всего вам самого доброго, удачи. Вот. На связи будем.